Студентам старших курсов Зуевского энергетического техникума сегодня представился случай пообщаться с руководителями ряда ведущих энергетических предприятий республики, своими потенциальными работодателями. Подобные профориентационные мероприятия проводятся в техникуме уже третий год подряд. Традиционно инициатором различных профориентационных мероприятий, которые в последнее время все чаще стали проходить в стенах учебных заведений, выступает городской центр занятости. Школьникам, учащимся лицеев и техникумов, предлагают посетить с экскурсией то или иное предприятие Большого Харциска или, как сегодня, например, встретиться с руководителями этих предприятий и пообщаться на тему перспективы трудоустройства. Мы сегодня проводим совместное мероприятие с техникумом, с нашим. Это старые наши добрые друзья. Называется оно «День карьеры». Проводим мы его уже третий год. Это стало доброй традицией. Замечательные дети, которые себя показывают ежегодно. Целью мероприятия является познакомить детей с предприятиями нашей республики, показать им рынок труда для того, чтобы в дальнейшем они могли определиться с работой. То есть, если они будут сегодня внимательно слушать работодателей, то, выйдя из этих стен, они просто смогут сразу найти работу. В читальном зале библиотеки с будущими техниками-электриками и теплотехниками сегодня встретились представители 5 крупнейших предприятий энергетической отрасли республики. Зуевской тепловой электростанции, экспериментальной теплоэлектроцентрали, а также Старобешевской ТЭС, государственной магистральной сетевой и региональной энергопоставляющей компаний. В нашем техникуме организовано очень тесное и плодотворное сотрудничество с ведущими энергетическими предприятиями. И, естественно, эта связь имеет свои определенные плоды. Очень много наших выпускников работают на этих предприятиях, потому что работодатели, увидев высокий профессиональный уровень наших студентов, с удовольствием рады видеть наших студентов у себя работниками. Практически, ну, наверное, 60% студентов, которые проходят практику на энергопредприятиях, а в дальнейшем остаются на этих предприятиях и работают. В рамках мероприятия «День карьеры» будущим выпускникам Зуевского энергетического техникума подробно рассказали о предприятиях, представляющих основу энергетики ДНР. Для наглядности продемонстрировали юношам и девушкам несколько видеофильмов, предоставили информацию об актуальных на сегодня вакансиях, после чего ответили на интересующие студентов вопросы.